Всем здорово. Продолжим. Пожалуй. Ищем камушек этот. Где он? На той стороне получается, ну да. Вон туда нам надо. Давай, олень, что не поплывешь. Это ты, конечно, фуфел. Так, мы где-то, короче, непонятном мерке. Давай. Эй, вор, плыви, ты можешь. Меня не каменщик. А, ты как раз вовремя. Да чё, давай, лучше давай. Места не найти. Где вода источника? Вот и обещанная. Прекрасно. Сила источника напитает магией краску, которой я наношу защитные руны. И руны не защитят тебя, если ты вздумаешь нас обмануть. Mm-hmm. Чудесная смесь. Стой, что ты делаешь? Бухаю. Связываю магией Хук свой дух и эти заклинания. Так чары будут сильнее. Магией Хук? Ты узнала не у йотунов? У них есть подобие магии Хук, но эти чары я изобрел сам. Все уже почти готово. Можешь принести мне несколько горшочков краски? Сколько донесешь? Блядь, что за дебильные эти, блядь? Сам не мог, блядь, поднести, пока ждал меня. Аккуратнее с горшком, он хрупкий. Полегче. Ну как положить? Или чё тут? Помни, просто ставь их, а не роняй. Осторожней. Краску можно заменить, но придется все готовить заново. Чё, все горшки я тебе должен принести или чё? Очень хорошо, как раз куда нужно. И что теперь? Может, отойдешь в сторонку, вон на тот камень. Оттуда будет лучше видно. На какой? Сюда? Ну что будет-то? Вот, годится? Очень даже. Так, так, и готово. Красиво, правда? Твои руны сотворили этот щит. Именно. Если все получится, он защитит твоих друзей и поджарит врагов. Покажи. Охотно. Найди в лесу пару чужаков и проверь щит на них. Только живых. Они должны быть живы. А мне этот щит не причинит вреда? Клянусь тебе в том, Хави. Заманите врагов к щиту. Ну охренеть, и зачем мне это нужно? Ну
Ну, давай сюда побежим, чё. Прячетесь там, как трусы. Неужто я внушаю вам такой ужас, жалкие крысы? Ну-ну. Отлично. Веди их ближе. И чё будет? Да, вот так. Гляди-ка, точно мухи на мёд. Эй, вы, безродные псы, вас же целая стая. Ух ты, ё-моё. Глупцы бегут навстречу гибели. А это твой щит должен так мерцать? Щит пока еще слаб. Твой щит ослаб, каменщик. Они прорываются. Не понимаю. Они должны быть мертвы. Удержи их, а я восстановлю щит. Не время спать. Один ждет тебя. Да, закликиваем, да? А теперь-то что? Твой щит рухнул! Вовсе нет! Просто надо кое-что подправить! Твой щит создает войско, но оно так же слабо, как твое слово. Копьё бы тебе в зал! Эрги, мразь! Ты обещал совсем другое. Уже не важно. Они идут со всех сторон. Надо было сразу отдать тебе Локи. Ага. Все меня въебали, бля. Бать, тут их немерено просто. Ну-ну. Давай, грузись-то, а? Чё так долго? Ну-ну. Походу я встрял. Что делать-то? Вон там какая-то шняга. Сюда забежишь, ты не уйдешь. Выпад. Я обещал совсем другое. Уже не важно, они идут со всех сторон. Бля, вы чё? Надо было сразу отдать тебя Локи. Ага. Исправь все немедленно! Я не могу чертить быстрее! Ну чё, у меня тебя нет стоял?
Как менять-то стрелы эти? Без стрел-то хреново. Так, надо что-то со стрелами сделать. Но есть тут какие-нибудь? То что? Бля, неизвестно. Сумка ж, вот же ж есть. Этих нету. Стрелы хищника имеются. Все вроде есть. Как менять? Я вот это вот. Блять, это конечно. Поменять стрелы тут есть. Хрена. Конь, принеси мне что-нибудь. Для их тут вообще немерено. Насадят. Вот этот зверь уже посерьезнее будет. Патронов дали немножко. Буду сидеть тут чалиться, что делать. Есть какой-нибудь жесткий тип? Не уйдешь, выпотрошу. Что это за оружие такое? Ох. Бля, ну я всех явно-то не перебью. Ну,
буду гаситься. Долго он будет херней там страдать. Он что-то лежит там непонятное. Сейчас же спустюсь, набьют 100%. Почти получилось! О, наконец-то. Гладко, как я думал, но все оправдано, если труд приносит плоды. Эти плоды не так сладкие, как ты обещал. Ага. На той. Ты щит подводишь устоял. Меня. Он прекрасно сработал. Да, конечно. Неплохо, да. Эффектно, но ненадежно. Не бойся, друг мой. Теперь все будет как надо. Я нашел правильный состав. Если хватит камня и найдется награда, я построю такую башню, что она защитит весь Асгард. Камень мы найдем, его хватит. А что за награду ты просишь? О, просто пустяк. Я хочу лишь получить в жены владычицу Фрейю. Да пожалуйста. Почему красу Асгарда? Ты желаешь править вместе с ней? Вовсе нет. Я буду счастлив наслаждаться ее красотой, а она может править сама, как пожелает. Фрейя не вещь, чтобы отдать ее как мешок зерна. Я спрошу, чего хочет она. Как знаешь, но я не уступлю. Щит в обмен на Фрейю. Других желаний у меня нет. Как нет и других друзей. Так что не заносись. Понял. Не так-то. Ну-ну, что дальше? Уф. Новое задание. Так, что у нас тут с заданиями новыми? Ага, вот сюда мне надо. Ладно. Тогда быстро переходим. Что-то полетели. Ну давай, поговорим. Это что еще за хренотень? Ж правильно иду. Вроде бы, да. Область поиска. Там что ли? Так, там это тут что? Ну, короче, походу здесь где-то. Тот же самый волчонок, как он вырос так быстро. Посмотри, какой вырос красивый зверь. Какая мощь, а? Ясный взгляд, крепкие ляжки. Он явно хорошей породы. Глупцы. Если он станет так расти, то через месяц и луну проглотит. Я знаю, о чем ты думаешь, Хави. Но это не твой враг.
Знаки приближения Рагнарёка будут ясны, я уверен. Тюр, ты бросаешь кости в игре, в которой не смыслишь. Может и так. Но я готов рискнуть. Пусть цена будет высока, я заплачу. Сейчас важнее война с йотунами. Что тебе сказал каменщик? Каменщик, скажи-ка, где Фрея? Дают Тору советы, как управлять войском. И оба тому не рады. Тогда идем. Все вы должны слышать, что я скажу. Каменщик говорил с тобой? И все показал? Да, да. И что? Он использовал священную воду? Верно. Язык вы нынче воевал. Довольно ворожить, женщина. Просто скажи мне, где враг, и я покончу с ним. Хави, ты тревожишься? Каменщик показал мне свое искусство. Он сотворил щит, и чужаки, коснувшись его, погибли. Так это добрая весть. В твоем лице я читаю иное. Боюсь, цена слишком высока. Что ему нужно? Ты. Я? Асы не трелы, чтобы их продавать. Дайте я вышибу ему мозги. Не горячись, спокойно. Обсудим. Здесь нечего обсуждать. Каков был твой ответ? Что решить можешь лишь ты сама. То есть как? Ему не отказали? Прикинь. Безопасность Асгарда стоит больше, чем жизнь любого из нас. То-то ты бродишь один, охотишься на волков и дрожишь за свою судьбу. Я с ним поспорю на его печень, что он все построит даром. Возможно, следует... Я не стану торговать с собой. Вот это новость. Погодите, придумал. Может, лучше дать ему молотом промеж ног? Все эти споры ни к чему не ведут. Дайте ему невыполнимую задачу и срок дней в 9. Когда же каменщик потерпит неудачу, Фрея будет свободна, а мы завершим его труд. Не глупец же он, чтобы согласиться. Ты недооцениваешь умных людей, владыка Гурь. Каменщик гордится собой. Он не отступит, встретив вызов. Мне это не по нраву. И мне, но выхода нет. Локи, договорись с каменщиком. Я все исполню, высекатель рун. Ты споришь с силой, которая не подвластна тебе. Угу. А ты очень желал этой сделки. Мы асы. А она вана. Берегись, не приближайся! Волк! Нет. Тюр, назад! Я справлюсь. Чё, куда? Чё, кого? Куда он бежит-то? Этот волк мой! Нахрен мне нужен. Не мешать, я его поймаю. Да он вроде никого не налупляет. Или нет? Ну и чудовище! Вот так охота! Я прикончу его. Не трогайте волка! Я бы не стал бы, нормальный волк. Догоните волка! Ну-ну. Тебе ли суждено погубить меня? Я восставший из мертвых! Я оживший дух! Я не умру! Посмотрим, кто сильнее, твой жребий или моя воля? Дайте мне стрелы хотя бы. Я ж так не умею налупляться.
Понятно, понятно. Походу, на волке мы и остановимся. А, ну дайте хотя бы этот. Стрелы какие-нибудь. Волчара. Никаких ни стрел нет. Ничего нет. Как я его буду набивать? Где стрелы взять-то? А вот есть. А еще где? Никаких движений. Что вы тут стали? Что вы? Да я догнал эту волка. Мне бы его всечь. Ты ли волк из пророчества? Ты ли мой рок? Тебе не суждено погубить меня. Да по-любому. Я восставший из мертвых. Я оживший дух. Я не умру. Посмотрим, кто сильнее. Твой жребий или моя воля. Где волк? Отсекать. Короче, на этом мы, наверное, закончим, потому что смысла нет. Я не груженый.